Всем привет. Сейчас едем в бассейн. Перед бассейном надо мыться. Я обычно это делаю дома, впрыгиваю в машину и все. Мы с Лисюшкой там только ноги помоем. Очки с тебя падают. Пошли. Ой, кто мне лезет в лицо? Пока, Кёсель. В машине так жарко, и в то же время работает обдув. Я даже не знаю, не надует ли меня, но мне жарко ужас. Но с мокрой головой вот это прыгать из этого бассейна все время. Мы сейчас заедем в спортмагазин, нам нужно купить очки для плавания. В прошлый раз тренер сказала, что на лицо очки маленькие. И нужно их сменить. Это важно. Мне нравятся розовые. Они красивые. Да? Да. Так, kids написано. Для детей. Так, а какого возраста для детей? Мам, не написано. Ну, это мы снимем. Нормально тебе? Да. Там, безразмерные написано. Ну, вроде нормально. Оно и прилегло нормально, и там делается больше-меньше. Да, да. Ну, это их можно послабить. Там делается больше-меньше, тогда видишь? Да, ладно. Купим. Покупаем такие. Хорошо. Все, купили очки и набор красивых трусиков еще. Я еще Даше маленький подарочек купила. Вот такую маечку с тигренками. Мне очень понравилась. Она с сердечками. Такая. Хорошенькая. Какой-то кинорежим нашла странный его Алиса в телефоне. Показывает одновременно и меня, и дорогу. Так и записывать? Не знаю, посмотрим. Так, мы все-таки переодели с Лисюшкой купальник, потому что тот с нее спадает. Хоть я уже купила меньший размер. Смотри, ты просто здесь не так, как обычно. Смотри. Вставляешь и вот так просто. Поворачивай. А, хорошо. Теперь прижимай и поворачивай обратно. Один раз. Все. И вытаскивай. Вот так. Туда-сюда, когда тащишь. Вверх-вниз вот так. Все? Заперла? Да. Идем. Туда. Нет? Ну все, иди в бассейн. Мы сегодня на полчаса раньше. Так что Алиса пока сама поплавает. Алисонька, ножки под водой. Помнишь? Да, эти очки хорошие. Всем привет! Сейчас будем готовить блины. Первое, что нужно, это 3 яйца. Я делаю 2 порции, поэтому я беру 6 яиц, но я буду делать в разных мисках, поэтому буду показывать по ним. Вот. Дальше мы сюда добавляем 2 столовых ложки сахара. И 1/2 чайную ложку соли. Половину. Теперь нам нужен миксер. Можно перемешать вилкой, можно перемешать венчиком с разницей. Все, что есть. Поэтому я сейчас разделю его на 2. Ну, ничего страшного, если это будет по 450. И надо залить в каждую миску по 100-150 миллилитров молока небольшую часть. Так, вот у меня 2 одинаковые порции молока по 450 миллилитров. Я выливаю небольшую часть сюда.
Так, и небольшую часть. Перемешиваем с молоком. И теперь нам нужно добавить по 200 грамм муки, желательно ее просеять. Добавляем оставшуюся часть молока. Ну и последнее, что нам остается добавить, это по 30 грамм сливочного или растительного масла. Вливаем растопленное сливочное масло, 30 грамм. Дальше мы разогреваем сковородку. И единственный раз, когда надо будет ее смазать маслом, это первый раз. Дальше можно жарить без масла. И без шапочки, потому что пока не хочу лезть в воду. Хотя меня кое-кто очень упрашивает. Мам, пожалуйста. Как тебе в этих очках? Хорошо? Да. Алиса уже ныряла? Мы что-то сегодня рано приехали. Алис. Не ходи без досточки. Такая чайная девочка, не боится даже на глубину одна заходить. Ножками под водой. Алис, помнишь? Ножками под водой. Алис, нос не закрывай. Взяла игрушку и за ней охотится. Не закрывай нос. О. Молодец. Нос не закрывай. Так, о. Голову. Алис, голову. Положила. Молодец. Давай, давай. Нос. Давай, давай, ручка вперед, вперед, и ушком приклеилась к руке. Алис, ушком приклеилась к руке. Вот, вот, умничка. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Врезалась в бортик. Там почем. Все, поплыла, ножки, давай. Сегодня тренер учил Алису новому стилю плавания.
ну как новому, первому, Алиса еще никакому стилю не училась, под названием «Брас». Она ей говорила, что надо руки вытянуть стрелочкой вперед и разводить в бока. Но Алиса сразу не могла понять, как правильно это делается, ну, потому что ей показывали на суше, как бы, и она не могла понять, как это сделать в воде. В целом, тренировка была очень интересная. Я пожалела, что сначала не начала ее снимать. Была разминка, Алиса разные упражнения делала. В следующий раз засниму вам полностью занятие. Напишите, стало ли лучше качество съемки на телефон. Я там подправила кое-что в настройках. В конце занятий тренер дала Алисе коврик и сказала, можешь на нем полежать отдохнуть. Коврик как плотик плавал. И к Алисе подплыла девочка, предложила дружить. Они начали дурачиться вместе, играться. Алиса! Алис, плыви туда! Давай, пусти! Давай, вылезай. Помочь? Да нет. Нет? Осторожно. Так, аккуратненько, аккуратно, Алис, садись. Готово? Раз, два, три! Алис, сюда, сюда плыви, сюда. Давай, 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 давай. Еще, молодец. Алис. Все, у Алисы плот. Ей дали такой коврик. Как раз бассейн весь свободен стал, все поуходили. Можно дурачиться сколько хочешь. А, все, отдыхай. Да, вот так. Алис, тут глубоко. Я уже устала сидеть в воде, в бассейне вылезла. А Алиску все равно несет на глубину. Что? 5 минут еще. 5 минут еще не прошло? Да. Что ты это делаешь? А, ты вылезаешь? Да. Осторожно. В воду не упади. Давай. Куда ты его тащишь? Куда? Бросать? Это уже Алиса придумала. Алис, не закрывай носик, не надо. О, молодец. Молодец, классно ныряешь. На глубине решила нырять. Алис, тут слишком глубоко. Это экстремалка такая, что с ней надо сидеть в бассейне. Сейчас пойду к ней в воду. Открывай. Мы уже выкупались хорошенько и голову шампунем помыли. Так, накупались. Алисы, сейчас. У Алисы такая красивая мочалка, это новая. В ней, представляете, о, тут не только сердечки, Доси, тут еще какие-то звездочки. Да-да-да. В общем, кусочки губки внутри, видите, вот это синее, это тоже кусочки губки. Так понравилось, и мягенькая такая, так приятно мыться ею. Я вас по голосу узнала. В общем, мы встретили нашу подписчицу, тоже Алису, которая 7 лет ходит на плавание, да, 7? Да, 7. Вообще. Скоро 8 будет. А ей сейчас 10 лет. О, вот так. О. Сейчас идем, Катя блины напекла. Посушили волосики, да? Да. Ждем Костю. Где папа? Там где-то паркуется.
Алиса меньше 2 часов подряд не плавает. Да? Вышла, говорит, есть хочу. Я говорю, ну вот Катя как раз блинов напекла. Идет папа? Да. Хм. Вот, смотри. По-моему, у папы даже я ключ есть. Я сама набрать, хорошо? Набери. Один. Ой, не, Алиса, вдруг в чужую квартиру наберешь. Да, позвонишь сейчас в чужую квартиру. Да там, чтобы позвонить, еще что-то надо нажимать. Б, по-моему, букву. Все, спустился лифт. Первый этаж. Там Катя на первом этаже. А куда нам ехать? Нет, это мы на первом этаже. Давайте едьте, а то закроется лифт, Алис. Нажимай. Какая? На какой этаж? Чудик. Ничего себе, какой быстро. О, Катя напекла блинов, Алиска. Я подумала, где Луна, я вспомнила, что она у нас. Да. Давай, ручки надо помыть. Да. Бабушка, тебе не терпится подождать. Слишком черное лицо коричневое, лучше другой стороной. У тебя сейчас жирное лицо будет называться «Мы с тобой помылись». Я тебе нашла тарелку как раз под твой сейчас аппетит. Мне вот такой кусок, говорит енот. Да. Иди, иди. Так, чай ищем. Катя там видео сейчас монтирует. Мы тут сами хозяйничаем. А вода есть питьевая? Да, есть. А вон же, мы же давали, помнишь? Когда думали, что заяц взорвется. Сейчас Катя тебя заплетет, чтобы тебе в сгущенку волосы не лезли. Алиса не может сдать, она голодная. Вкусно? Катя, люблю тебя. И Катя тебя любит. Видишь, какие блины напекла? Очень вкусно. Она любит тебя. Да, Алиса обожает блины. Вдруг ты взяла с собой свой компьютер, поиграл в сад бан-бан, третья часть. Чудик мой. Просто я люблю сад... Просто мне уже очень сильно бомбой хочется поиграть в сад бомбан, третья часть. Ну, я знаю. Сейчас съездим Лилю поздравим. Злату увидишь и поедем домой, будем играть. Ложись, отдохни немножко. Ты столько сил потратила там на тренировки. Мам, дашь мне мой телефон поиграть? Да, на. Спасибо, хорошо. Давай, пока Катя покушает, ждем, будем ехать. Мы поедем поздравлять Лилю, у нее вчера был день рождения, ей исполнилось 15 лет. Но снимать я там на видео не буду, потому что ну, они не хотят сниматься. И канал свой перестали вести, вообще не хотят сниматься, поэтому как бы нарушать чужое пространство я не могу. Но это не значит, что мы не ездим и не общаемся, чтобы вы просто знали, рассказываю. Вот едем сейчас поздравлять. Мне в последнее время много задают вопросов, там, почему вы не общаетесь с бабушкой Верой, например. Ну, не все, что из жизни, попадает на камеру. Вот. И меня иногда реально напрягает, когда люди думают, что вот все, что у нас происходит на видео, это и все в нашей жизни. Больше ничего нет. На самом деле это ничтожная часть нашей жизни. Вот, я же не все снимаю. Не могу целый день ходить с камерой в руках. Когда что-то происходит, когда что-то делаем. С Лисюшкой мы играем в настольные игры, например. Я не снимаю, потому что, ну, неудобно. Так удобнее сесть и поиграть. Мы тут с Алисой лежим, смотрим и не поймем, зачем ленточки цепляет. Лазит мужчина, уже такой пенсионер, на самый верх, это самый верхний этаж, так страшно было, он на лестнице вылазил, я боялась, чтобы он не упал. А бабушка предположила, что это чтобы птицы не засирали балкон, что вот этого их отпугивают такие ленточки. Может, действительно? И мух, наверное. Ну, очень страшно смотреть было, когда он наверху их вешал. Это высота... Я уже спустилась и жду бабушку с Алисой.